Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Я вернулся уже из отпуска. Такая серия тут получается немножко составная, потому что вот кусочек видео я записывал после записи предыдущей серии, еще до отпуска. Так получилось, что я серию закончил, она пошла загружаться. И пошло, так сказать, видео. В общем, все входит, встает на привычные рельсы. Сегодня вечером стрим в 6 в 9, как обычно. Хардвест будет выходить ежедневно, и к нему будут по, так сказать, списку выходить игры остальные. Ну что ж, погнали. Похоже на сиротский приют, где прошло мое детство. Но все перемешано. Не пытайся найти смысл, дитя, просто иди сражайся. Взгляни в глаза страха. Я буду с тобой. Легко сказать. Это ведь не твои страхи. Ну, твое отражение. Это тень твоего прошлого. Осеки их от своей души, чтобы обрести силу. Еще одна. Чувствую присутствие чего-то знакомого. Раз уж я здесь, попробую собрать обе части этой штуковины. Демона будут, ага. Пойдем, но осторожно. Даже видения нас подстерегают реальные опасности. Нам могут навредить. Смелее, дитя. Вперед. Погнали. Так. Чё у нас? Чё у нас? Чё у нас? У нас отражение Флинн, которое неплохо бы замочить теневой подмены. Это сделать? Ну, надо как-то это сделать. Так. Теневая подмена жрет единичку дамага. Базовый урон 1. То есть у нее должно остаться один, и я ее... И... Да. Не знаю, не знаю. Так, поперли. Кого можем порадовать? Можем демона порадовать. Сдохни. Лишь обсели ироды. Не, не тебя. Во, тебя. Сурову, конечно. Все, больше никого? Никого. Лови. А, 7. Как я его... Я ее должен убить подменой на единичку или как? Я вот немножко этого не понимаю. Ну, этого 7, он ее просто продамажит и все нафиг. Это вообще 8. Пять и четыре. Ну пошла на сосиску. Так, сундук здесь, то есть мне туда бежать. Не знаю, как это делать. Ну как так как-то бежать. А, мужик, куда? Ну я врагов не вижу, так что пошли. А он, а вот кто-то проявился. Ты ж зараза. Ну-ка. Далеко не будет, да? Ну как-то все это. Как-то все это не так. Я этого лоболца даже не вижу. Одна, погодите. Одна, одна. Э? Нет? Нет. Сколько на тебя надо? Забег. Дикий забег. Погнали. Плечок. Ну, такое дудис. Два, у тебя выстрел два, да? Да, немножко такое. Давай. Из пистолета, я думал, своего не попаду. Ход врага, да. Надеюсь, он сдохнет от кровотечения.
стрелки набежали. Там дед сидит рядом такой. Че, все? А, вот. А, так, да? Очень хороший ход. Короче, эта зараза, она не дохнет в начале хода. Эта зараза... Так, Флин. Иди нафиг. Нет, не так. А, бежать тут можешь. Он сначала действует, потом дохнет. Пипец. Сто. Лови. Мы его в аппете напустим. Right. Отлично. Что-то кровотечение какое-то как-то странно на все на это действует. 4, блин, он еще вернется, ладно. Ой, там сколько, посмотрите на это, ёлки. Неплохо. 75, 100. А, жахни его. Жахни Гэндальф. Yeah. Так, отлично. 75. Давай. I read the Bible а может, over and over in the orphanage. Okay. It was the only book the nuns. А мы на другой высоте, да? Я понял. Didn't seem to do me any good. 75, 50. А, 75. Промазан. 75 немного. Соглашусь. Что имеем? 25 еще хуже. Еще хуже. Что, изменилось в хорошую сторону-то? Да хрен там плавал. 25. По мне будут немножко пострелять, да? А, убежали. Да. Ой, ты как сразу-то, ты что-то жестоко-то. Ой. Сейчас еще нагадить успею. Прощай, вапти. Прощай, вапти. Это плохо, потому что он по тылам проходит вообще как ураган. Немножко его подставил, конечно. А, ладно. А, скилл прослан. Он плохо работает по целям на разной высоте. Ну ладно, 100% уже было, нет? Ага, все, ну 50. Ну 50-то как-то так. Попало. Ну так уже лучше. Пойдем заберем сундучок, наверное. Воспоминай, как они как все такое. Забрал? Забрал. А теперь помогать. Вроде она далеко, в нее не должно попадать. Бегут, бегут, сволочи. Там снайпер, по-моему, есть. Ну, парень с дробовиком не добьет. Хотя пятнарик, я его замучусь убивать. Блок на два, орел. Him, удача завершена, удача завершена. Давай. Участвуй.
Так, дробовик далеко не бьет. 50. Ну, 50 такое. Попало. Молодца. Так, смени пушку. Easy money. Да не изи ваши мани. Let's get this over with. Ни хрена не изи ваши мани-то. Блин, как-то ты за два, да? Ладно, давай на один сейчас посмотрим, что тут можно устроить. Что тут же можно. Давай на 75. Ну попадешь же ты. Попадешь. 50. 50. Блин, а в этого 100. Того тоже 100. Не, ну не убьет же. А теперь убьет. Но давай. Ну ладно, 50 немножко не так. Let's get him. С единичка вообще, зараза. Погодите, а к нему кровотечение пришло? Это на нем что ли это скопытился? Индеец. А, и вот отсюда залепили, да. Больно. Ладно, идем дальше. Ща бы индейцев всех там разнес нафиг. Но, увы, увы. Всем по 50, да? Угу, хорошо. Флин-флин, блин. Флин-флином вышибают. Так. Вот тоже неплохо. Только вот оружие сменить. А давай. Так, прекрасно. Теперь давай, товарищ. Охренач. Отлично. 25%, ну так как-то шлеповато. Да, еще попроще. Это был промах. Ну я теперь пригнусь. Let's do this. Так, ты. Давай сюда. Ну и пригнись, наверное. О, плавишь-то. Хорошо. Фиг тебе. С винтовкой. Я сам с винтовкой. Так, ладно, начнем с этих ребят. 75. Ну, ладно, 75, нормально. 75 тоже. Ну, давай, пробуй. Уехал, молодец. В этого промахнулся не мог. Нет, смотри, не промахнулся. Бывает же. Так, отлично. 50. Не, мне 50 не нравится. 50. 75. 75. 100. Кажется, а почему бы и нет? Потому что 2. Так, а с места 50. Ладно, а Флин? Давай сюда. А, промах фигово. Промах это очень фигово.
Сейчас мы все подставимся, да, дружно? 75. Ну 75 же ж. Да. Никогда не надо, не везет. Да, куда деваться. Да все, ты попал, чувак. Так, лечение, очки здоровья плюс 4, очки здоровья плюс 4. Давай, алкаш. Ну, бил реально алкаш. Его ничего не берет. Так, там флиниха новая. Давай, уходим от новой флинихи. Я ее засамонил, поэтому садимся и ждем. Ты пока посиди. Там это... Твое второе я буйствовать пришло. Вот это я бы выцепил сюда на теневую подмену, конечно. А че, не идет, да? Ах ты ж зараза. Так, ладно. Нет, не ты. Ты. Ну, так, да. Она говорит, looking for trouble? Вон она стоит, зараза. Изи. Пригнись. На все деньги прибежал, и я вижу ее. Ладно. Дед. Видеть-то он не будет. Да, половинку его поставим. Че там, я двоих вижу. А, два демона и флиниха. Ну давай, ладно. Я сначала надо выбить их, потом сундуку к второму идти. Как неудобно, у нее 16, ни то ни сё, и сбоку бантик. Так, ох ты ж, дед куда затащили. Дед, прощай, да? Что, два демона его, у него... Ой, ёлки, слышу вас. И там флин еще одна. Сейчас окружит, вообще не выйти. Вот это было сурово. Разрушитель. Дед надо оттуда убирать на все деньги просто. Просто бежать и убирать его оттуда. Они все активировались. Вот это был неудачный заход. Сейчас деда будут метелить, почем зря. Так. Второго туда забрали, ну и все, это проигрыш. Это проигрыш. То есть, как с одной стороны, да, они вот это вот все сейчас зачистят. А флиниха. Нет, этим мы закончим. Семьдесят пять. А мы такое делаем. Так. Пошли в пределах единички. Радоваться. Так. Давай, Джин Картер, устроим. А не так все плохо, кстати. Я им сейчас немножко устрою похохотать. Так. По мне оттуда попытаются, наверное, выстрелить, я не уверен. В чем-то эти ребята ошиблись. 75, блин. 50. Флиниху надо. Там вторая еще рядом, ёлки. I'm still here. Схлопотала. Let's do this.
100%. Ну, давай пытаться. 5. Я уничтожил ее подмены. Да я орел. Так, ладно. Неплохо. 100%. На десяточку. Так, ладно. Я бы теперь куда-нибудь убежал. Главный вопрос, куда? Давай сюда. Ну, типа за укрытие. Так, ты. Сто, неплох. Ты неплох. Но убить он никого сейчас не убьет, но может покоцать. Огонь. Ну и что, на все деньги? Ладно, обменяемся. О, гранату-то не надо. Там подрывник какой-то злобный. Его тоже надо выпиливать. Разрушитель. Уложит. Не уложил, молодец. Стрелок. Ты не поешь. Попал. Там что-то насчет место назначения всем отрядам. Мне это очень не нравится. Так, прекрасно. Что ты можешь сделать? Давай, 100%. А, прекрасно. Ай, хорошо. Больше ничего, да? Так, Флинн, 10-10. Немножко ай-яй-яй, да? Я могу с кем-нибудь переместиться, поменяться? Не могу. Тогда жрём. Ну чё, перестрелка со злобной Флинн, что ли? Ты варишь, Картер. 50-50 не очень. Вот того бы. Он мне не нравится. Так, пистолет у меня 6 на 6, да. Столько много, у меня только винтовка. Скиллом. Не добивает, что ли? Так, сейчас скиллом. Так. Ну, 50, блин, фигня. Так, пошли куда-нибудь. 50. На 2 уже это слишком перебор. Сюда. Так. Ой, так. Я хочу тут за дверями сидеть. Так, ты. Ну, у него ничего нет. Строго говоря. И порадовать тоже нечем. Давай, уходи. На 7 хп это... Ты не очень ценный кадр. Давай. Надеюсь, они нарвутся. Надеюсь, они попадут под винтовку. Хорошо засели, сволочи. Ах, на 3. И единичку отобрала, да? Ну ладно, зато у нее 4 осталось. Вы догадываетесь, чем все закончится, да? Блин, вы догадываетесь, что закончится сам для меня, да? 9. Я выживу. Промах. Вот это вот косой пень. Разрушили свои гранаты? Вот не очень. В своего попади, зараза. Не попал. Ладно, кровотечение. А бинты я уже использовал. 38%. Несерьезно. Так, леди. 100%, давай. Сдохни. Так.
пределах единички, куда я могу переместиться и кому я могу навалить при этом? Очень хороший вопрос. Да? Навалять я не могу никому. Пределах единички, предел двойки. Ну, давай. Изи. Ну, изи так изи. Прыгни, что ли. Я? Ну, попёрли. Да, дамаг-то у нас. Ай-яй-яй. Единичка, блин. 75, должен отъехать. Давай верить в это. Так шикарно. Бинт. А, отлично. Не нравится. Не нравится. Давай сюда. Че он рукой? Рукой-то помахал он кому? Так, ты. Ты ничего не можешь. Так, там товарищ с пистолетом. Пойдем, просто садимся, ждем нафиг. И куда-то побежал. На все деньги побежал. А вот это был неправильный ход. Так, тебя. Хотя нет, там девушка. Неподалеку сидит. Тут это было 100%. Здрасте. Так, я до пункта назначения не добрался. Добрался, удача. А, удача, удача. А где мой сундук? Мой сундук, пошли. Значит, я успею собрать. Но ничего так, только немножко только индейца покоцали. Ух ты ж. Ну там еще будут сидеть, я уверен. А, индейца мне немножко. Не индейца. Так. Ну, лечился как мог. И нам надо плотненько так отрядом туда прийти. Take your time. Этому лечиться тоже нечем. Ладно. Подтягиваемся. 7, это прям беда. Стрекобил я, походу, опять теряю. Блин, должна выжить. Вот всем отрядом меня напрягает. Но не отменилось. Так, завершить ход. Так, сверху. Укрытие вообще отсутствует как вид. Хорошо, давай сюда. Мне деда придется немножко в тылу держать, мне кажется. Ну, хотя его сюда можно. Сюда, например. Так, тебя на все деньги, наверное, да? Сюда, наверное. Пошли. Пока никого не вижу. И это странно. А, тут не спрячется, тут спрячется. То главное лишнего никого не позвать. Сказал он и собрался позвать кого-нибудь лишнего. Давай. Изи. Так, мне куда-то вот сюда. Но что странно, никого нет. Это напрягает. А может, я всех убил? Пойдем, ладно, изи. Все дела. Изи, изи, все дела. Натурально никого. Прыгай. Ну, вдалеке должны быть враги.
Да не так, что смарт прям. Похоже, я всех выманил. Сейчас раз, и вторая серия. Не, по логике сюда надо. Почему сюда нарисован, не знаю, ну ладно. Дед. Все очень странно. Но... Убейте всех злых духов. Флин. 16, да вы издеваетесь. Вот это я зашел. Я чувствую, что подвох будет. У меня ходов нет вообще, они появились. Ну все, я приехал. Четыре злых духа. Охренеть. Надо было сохраниться. Вот ненавижу я такие вещи. Что, ну тут без толку. Тут вообще без толку. Ну, выстрелим его, что. Ну и все, и керды. Вообще, вчетвером сейчас просто уложим. И деда уложит, и всех уложит. Деда дергают. Почем зря? О, блин, 9. На 11 я их никого не подамажу. 5, о, блин. Не, ну тут шанс-то есть. Чё стоит? Одну стоит, да? Ну, давайте пытаться из этого дерьмища выкрутиться, дед. Сто. Останется 8. Давай. Поребей ему. Так. Ну, тех двух, да, могу. Блин, надо вообще убить. На тело динамит. Двоих уделал. Погодите, а где-то еще одна? А, вон внизу, я понял. Не 100%. Так, Флин. Я маленький дама. Да, я понял. Пять. Не уйдет. Вот не уйдет. 50%. Да, я не стреляю в этот ход, но, блин, а что делать-то? Ready when you are.
То есть я могу вот немножко походить, пострелять, товарищи. 25 не очень хорошо. Ща хреново. 8. Мне кажется, на 8 они его не убьют одним ходом. Но его немножко придется подставить. Своем уж любомел. Это как... Она его видит. Флинн сейчас убьют, наверное, да? А, нет. Не-не-не-не. Флинн метелит вообще как только могут. Его вообще надо уводить. У него 3 хп. Так. Ну, давай. Вали ее. А, я не могу уйти. Так, там Имра ее будет видеть. Наверное, не знаю. Вот тут не будет, надеюсь. Погоди, сейчас попробуем сделать одну вещь. Дед. 25. Не, а чё 25-то? Я не понял. Отсюда 100, да? Давай, ладно. Отсюда 100. На тебе по хребтине. Да не ты, дудис. 25, несерьезно. Но все равно 25. Как черт возьми, не крути. Ладно, авось получится. Прям, ну ладно. Блин, сиди вообще даже не рыпайся, мухлишка. А, это со своим может у меня, а не со своим? А, не со своим никак. Тогда это... Пригнись. Что это зараза там сделает? Ну, она может деда завалить, не спорю. Не может. Да не может деда завалить. Дед жив. Вот этот сюрприз с 4 флинами, это был, конечно, суровый. Ну, что мог сделал. Карта добыл. Сейчас на то выстрел. Скорость. И немножко... А, продолжите. Чуть не то не нажал. Да, было сурово. Главным образом, как часто бывает в играх, типа, когда первый раз не сольешься, а ты не знаешь, что там будет, и не знаешь, как это работает. Я про то, что у них кровотечение обсчитывается после действия. В конце хода персонажа. Это был неприятный сюрприз. То есть я как-то привык, что обычно в начале хода на тебя считаются все дебафы, все доты. И то есть у тебя осталось одно хп, на тебя там висит кровотечение, просто персонаж в начале хода умирает и все. Ничего не успевает сделать. Вот видите, он успел подействовать, добить моего индейца, а после этого умереть. Это было неудачно. И вот тут, когда 4 флина на меня высыпали, ни с того ни с сего, это было, конечно, уж сюрприз неприятный. С возвращением, победительница, ты выдержал испытание видением. Мы проснулись в нашем лагере под охраной остальных, голову раскалывались, но мы вернулись, а Флинн... Я рад, ты больше не детеныш, теперь ты можешь расти.
Так расти же, и силу используй ее с умом. Кто знает, возможно, однажды мы снова встретимся. Прощай. Спасибо, да, думаю, мне это было нужно. Не только чтобы найти Мамону, но и посмотреть лицо своему прошлому. Но хватит об этом, у нас есть другие планы. Похоже, Горький опыт все-таки пошел на пользу. Я ощущаю, как обострились мои чувства. Как только почую следы призрачного поезда, смогу найти нашу станцию адских врат. А что ж, неплохо, вот такие вот видения, блин. Так, это что такое, с кем-то воевать там, да? Военный лагерь. А, лесопилка, что тут знак, но вопрос, это забавно. А, карта, я же карта огреб. Так. Валет дама-дама у нее. Сейчас метка выстрела. Три дамы. Значит, и здоровье, да, ей надо. Скорость. Ну, скорость я знаю, кому надо. Иди только туда. Так. Шанс меткого выстрела. Кстати, у этого будет тройка, если я... Ну-ка. Без чернида. Пистолетчик, хотя бы сет. Ладно, пусть у него остается. Так, дама. Кого порадуем дамой? Тройка. Есть ли здесь такая фишка, как тройка? Не знаю. Шанс меткого выстрела плюс 4. Король-дама. Требуется хотя бы пара. Королей нет. Метки. Этого вообще в пень не уперся меткий выстрел. Вот этому уперся. Давай шанс меткого выстрела. 4. Ну нормально, пойдет. Так, инвентарь, ну все понятно. Раздаем бинтики, раздаем бомбочки. Бинтики. Дрянь жуткая. Ну тут весь заход, ну не знаю, ну как-то мне не нравится. Так. Бухлишко надо купить. Ну хотя бы так раздал, пока так сойдет. Touch Fire Falls и немножко покупаем. Бабок у меня сейчас прилично. Народ... А, полечиться. Полечиться. Кабинет доктора. 20. Так. Магаз. Торгуемся. А мне писали в комментах, что типа, а что остальные вкладки не смотришь? Вот эта вкладка это все, что есть. Вот эти вкладки это просто по сортам. После открываю все, что есть, и не парюсь. Так. Продали. Не уперлась. Веревка. Я возьму. Я не знаю, нужна, а мне будет еще веревка не нужна, а будет, я ее возьму. Так, 198. Дробовик. Урон 2. А, ну это дешевая стрельба, я понял. Два раза сжахнуть. А я стреляю из этого. Ну, все то же самое, но тут урон 4. А тут я два раза заход. Ну, то есть, у меня кажется, что единичка, я могу выстрелить, нанести двоечку. Двоечку, как-то мне кажется, несерьезно. Было на что тратить, да? Дубинка из приклада. Урон 3. Шок. Не можешь стрелять, его поле зрения сужается. Кстати, может это лучше, чем кровотечение, а? Слушай, мне это нравится больше. А индеец? Урон 3. Просто он добегает, бьет.
Фраг начинает, да, истекать кровью, но его он добивает. А там стрелять не может, такой блок. Мне это больше нравится. Поэтому забери, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Так, ну вот денежки-то и закончились, да? С рейнджерами у нас, по-моему, все хорошо. Дикий буй его. Урон 8. А я с чем? Ага, урон 8 у меня есть. Прицельная винтовка тут. Без винтовки. Ну, я могу передавать. Так, хорошо. Бинты, ну пофигу. Консервы. Да. Это что такое? Нюхательные соли. Протрезветь. Очки здоровья плюс 4. Забавная штука, правда? Так, бухлище. Затаримся. Печень Татанаки. Жажда крови. Да иди ты нафиг. Жажда крови. Ты чё? Припасы. Ну, не знаю. Бонус шанс у меня выстрела плюс 15. Леди. Плюс 15, то же самое. Вообще то же самое, просто я могу стрелять на двоечку. Я вообще не уверен, что надо. Окей, назад. Динамит, может, я дам динамит, что у меня? Затарь. Так, все. Как идут дела? Как выживаете? Все понятно. Выйти. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.